В Павлодаре прошла областная олимпиада «Тыльдарын», участие в которой приняла молодежь, владеющая казахским, русским и английским языками. О том, как это происходило, подробнее в нашем следующем сюжете. Олимпиада проходила в три этапа – эссе, синхронный перевод и устная речь. Главными ее целями являлись поддержка молодежи, владеющей тремя языками, укрепление казахстанского патриотизма, воспитание языковой культуры, а также формирование уважения к языкам и культуре других этносов. Сам лично очень рад здесь находиться, поскольку я считаю, что такие олимпиады будут повышать уровень знаний именно по направлению языков у молодых специалистов и в дальнейшем будут мотивировать работать дальше, чтобы давать качественные знания детям в будущем. В олимпиаде принимали участие молодые люди от 18 до 23 лет из городов и районов области. Дания Мендрешора работает учительницей английского языка в Федоровке района Теренколь. Как профессионал она мечтает, чтобы дети Павлодарской области владели тремя языками. Я с детства всегда стремилась к трехязычию. Это мы участвовали вот в этом же здании, участвовали много в разных конкурсах. Это и Абайтану, и Брайл-Тансарин, и всякие разные олимпиады. Так как я еще русская, поэтому казахский язык, знать казахский язык, это очень-очень престижно для меня. Участники были награждены благодарственными письмами и дипломами, а также денежными сертификатами. Валентина Леонова, Анастасия Ерш, Алексей Мехедов, Ертыс Акпарат.